Это Турция, друзья, Аланья. Вторая половина июня 2024. И сейчас я буду пробовать снять доллары с карты моей Pioneer. Я знаю, что у меня там 197, по-моему, с копейками, но я покажу потом все точно. Буду пытаться снять 150, но полтинника может не быть в банкомате, допустим, да. Буду пытаться снять разные суммы, но в крайнем случае, надеюсь, 100 долларов снять получится точно. Я снимал видео где-то с год назад или чуть меньше, как я снимал доллары в банкомате. Тогда у меня что-то по памяти, вот точно не помню, но что-то там около 20% аж у меня комиссии получилось. В общем, мы четко сейчас увидим, что будет, какие суммы будут сняты. Pioneer в Турции работает, да, карта. Я плачу и в магазинах в основном. И можно выводить на турецкую банковскую карту. Это выгодно. Снимать невыгодно. Причем, я думаю, если бы я снимал в турецкой лире, было бы выгоднее, потому что счет долларов, но национальная денежная единица лира. И из доллара в лиру конвертация шла бы один раз. А поскольку я буду снимать в долларах, то будет конвертация сначала в лиры, потом невыгодно еще раз одна конвертация, вторая из лир в доллары. Вот, поэтому я готов, что будут большие потери по комиссиям, но интересно, сколько это будет именно по деньгам. Четко мы сейчас все узнаем. Банкомат я, по-моему, Ижбанк. Я иду в тот же банкомат, где я снимал вот меньше, чем год назад. Пойду именно в тот банкомат. Очень красивый этот фонтан, и не всегда он так работает во всей красе. Special for you. Солнышко не попадает внутрь фонтана. Как бы было еще красивее. Девчонки зато попадают красиво, он танцует. Так, погнали. Банкомат Ижбанк, вот так, Иш, это буква Ш, Ижбанк. Почему в него? Потому что я помню точно, что я именно в нем снимал в прошлый раз. Итак, мой родной пайонерчик. Ну что, с Богом. Поехали. Так, надо же пин-код вспомнить, я его обычно плачу, и тут есть русский язык, можно выбрать. Снять деньги. Турецкая лира, евро, доллары. Выбираем доллары. Не хочу выписку, а то еще за выписку возьмут. Ну что, сумму здесь ввести получается. Друзья, к сожалению, тут сумму нельзя ввести. Видите, 50 здесь нет. Здесь можно только либо 100, либо 200. Не смогу снять 150, снимаем 100. Снимаем 100, и как раз легче будет потом считать. Итак, смотрите, оно сейчас пишет, что 8 долларов сразу снимается налоги и сборы. Но, друзья, это еще не все. Это 8% подтверждения. А помимо вот этих 8%, потом еще почти столько же спишется. Я не знаю, как это все объяснять, но, видимо, за конвертации. То есть четкую сумму мы все это увидим. Неужели из него сейчас вылезут доллары? Вы верите в это? Я да. 8 долларов, вот просто одним махом, бах, и 8 долларов, а потом еще с ним никого не переживать. Yes, yes, 100 долларов. Какого на года, не пойму, не совсем новая, правда.